поможет повысить уровень экологической культуры россиян. Фильм о медведях Курильского озера снимут на Камчатке. Он войдет в медиапроект, ориентированный на защиту окружающей среды. Съемки проходят на особо охраняемых природных территориях России. Работу проводит организация «Лаборатория Федора Конюхова» и Министерство природных ресурсов и экологии страны. В декабре прошлого года специалисты приступили к работе над проектом «Заповедная Камчатка». Это будет цикл фильмов, посвященных особо охраняемым природным территориям полуострова и их обитателям. Ученые и кинодокументалисты запланировали несколько десантов на Курильское озеро. Их задача – проследить в разные периоды года жизненный цикл бурых медведей и других обитателей Дикой Камчатки. Также специалисты хотят своими глазами увидеть, насколько комфортен созданный для косолапых режим спокойствия. Фильмы, созданные в рамках природоохранного медиапроекта, будут транслироваться на различных российских телеканалах, а также в рамках фестивальных программ, встреч и кинопоказов в эколого-просветительских центрах национальных парков и заповедников России.